Для Дианы и Денисовой в новом году начинается новая жизнь. Сегодня они получили ключи от своих первых квартир из рук главы города-курорта. 7 лет семья вела хозяйство у родной тети. У самой Ирины Анатольевны двое детей. В доме в селе Юровка ютились впятером. Собственные квадратные метры в современной новостройке также получили еще 9 человек. Великолепный праздник во всей стране – это Новый год. И в преддверии этого праздника муниципальное образование вам делает такой подарок. Вы получаете ключи от квартир. Я от души хочу вас поздравить. Этот день у вас в памяти останется навсегда, потому что это связано и с получением квартиры, и с наступающим Новым годом. Вам счастья, удачи, наилучших пожеланий, тепла и уюта. По традиции, первой в дом заходит кошка. Свежий ремонт, обустроенный санузел и кухонная утварь. В квартире предусмотрено все для комфортного проживания. По заверениям застройщика, территория многоквартирного комплекса будет благоустраиваться. В плане просторная парковка, детский сад и школа. Очень квартира хорошая, теплая, хороший ремонт. Даже пожарная сигнализация есть. Со временем они обустроят квартиры мебелью и бытовой техникой, а сейчас в подарок им вручили аэрогрили. В этом году в рамках государственной программы «Дети Кубани» 19 анапчан получили долгожданные квадратные метры. В августе обладателями квартир стали 8 человек, а сегодня еще 11. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, «Анапрегион».